Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем третий Dark Souls. В прошлый раз, кстати, нехеровенько так прогулялись и нехеровенько так затащили и продолжаем, собственно, тащить. Кстати говоря, клинок мне действительно понравился, клинок хороший, клинок классный, поэтому... А у меня нет душ. Хотел сбегать его заточить чуть-чуть, а забыл, что у меня душ-то нету. Короче говоря, здесь нас ждут бабищи, которые плавают, но они как бы на самом-то деле... никчемные совершенно. Я думаю, может быть, попытаться их как-то бежать, но мне что-то кажется, что у нас это ни хрена не получится, поэтому давайте сделаем все красиво и попробуем покидаться в них фаерболами, а потом захерачим их клинком. Надо где-то короткий путь найти. Ага, одна уже сагрилась, две сагрились. Ну, выделит ее, ёпты мать. Отлично. На-ка. Опа, тварина. Отлично, поехали, поехали, поехали. Фу-фу-фу-фу-фу. Какашками своими меня не кидайся. Сдохни! Отлично. Так, ну одну мы миновали, другая что-то ходит, бродит, круги нарезает. Что с ней делать-то? На-ка, тварь. Отлично. На-ка еще. Эть! Спокойно. Отходим. Ух, как мы, смотри, приблатыкались. То есть, все подряд делать. Ты и так, и эдак, и все. И все, короче, умирают, а мы живы. Красота. Так, давайте-ка я сделаю, наверное, вот так вот. Мне кажется, они за мной наверх-то не полезут, они же водные сучки. Да? А, нет, смотри-ка, ни хрена себе. А сюда пролезешь? Ну и последним вам, на. Вот. Ох ты, это кто сейчас был? А, это они. Ну и ладно. Ничего страшного. Все нормально, все хорошо. Тут нас ждут... Бляха, зачем? А, ну да. Он же только ходзорой восстанавливает. Тут два этих гребаных рыцаря непонятных. Один как крыса стреляет со спины сверху, другой где-то там вдалеке стоит. Как с ним бороться, я пока не понимаю. Ну да ладно. Так, подожди-ка. И да что ты делаешь? Да как так-то? Опа. Отлично. Так, один сверху. Как бы к нему пройти-то, чтобы он, падла, меня там не видел? Здесь нельзя? Нет. Так, ладненько. Вон мои души уже вижу. Опа. Так, он меня уже... А он меня не видит. А если я в тебя кину сферу? Долетит, нет? Долетает, что не долетает-то? Ой, он меня еще не попадает, лошара. А я в него попадаю, хорош. И он меня попадать начал. Так, тихо, что там с тем-то? Стоит? Спокойно. Ни хрена себе. По-моему, меня пополам должно раздавить, нет? Нихера ж себе, приколист. Ты где там, чувак? Да выделит его. Да уберите стрелу-то из меня. Что за херня? На, сдохни давай. Эх, не убил, смотри-ка. Да ну в него же. Блин, а как где накинуть-то? На, тварь. Ну, ну нет, а теперь все уже, он до него не долетает ни хрена. Бляха, вот это подстава. Он сейчас опять будет в меня бросаться. Это печально. Как в тебя попасть-то, слышь ты, пес? Сучонок. Падай сюда. О, отлично. Вместе с лутом упал. Большой осколок титанита. Неплохо. Так, у нас мне сгорела вся эта хрень. Спокойно. Ладненько, поехали с этим поугараем. Дружище, лови. Еще лови. Еще лови. Ах, вот ты как. Ну ладно, пойдем. Ой, что-то его не берет ни хрена. На-ка. А? Как тебе? На-ка еще, собака. Ох ты, выбил меня, смотри, все. Блин, ну я прям справляюсь так неплохо. Смотри, что делаю. Ага. Ну и что? Ой, спокойно. Ну, в принципе, да что ты выпил-то не то. Жить можно. Небесный был славян, большой скол. Это херня, он это, как ее, знаешь, что? Это Гвиндолин. На картине нарисовано. Босс из первого Dark Souls. Не то, что босс,
как бы необязательный босс. Валялась на койке, короче, какая-то баба, а на самом деле мужик, а в душе баба, или наоборот, как-то там растили как бабу, непонятно было. Видение, иллюзия, иллюзия. Да, это похоже, такая же на койке валялась, короче говоря. Ее можно было убить, и Ванорлондо. Бляха, мой, как правильно говорится-то. Газ весь свет. Собственно, так оно и было. Че у нас тут? Нет, ни хрена. Так, подъем наверх. Ага, мы возвращаемся в город. А если я пойду наверх по лестнице, че куда? Че куда мы с вами пойдем? Сейчас скажут иллюзия, а там нет ничего, смотри. Конечно же. Естественно, кто бы сомневался-то. Опа. Блин, меня надо напрягает постоянно смазывать этот кинжал, но он так классно смотрится, когда горит. Вот да, вот вроде Dark Souls, все тяжело, все сложно. Да хорош. Блин, а там еще есть какой-то, нет? Вроде как надо стараться не это, не загнаться, не за модой гнаться в конце-то концов, а за удобством. Ух ты, серьезно? Да ну конечно, ага. Тихо. Спокойно, чувачок, не дури. На к тебе. Ах ты, падла. Ага, выхватил, сука. Угу. Вот так вот. Собака, будешь знать. На-ка. На-ка, спокойно. Ох, спокойненько. На-ка, тварь. А, как оно тебе, нормально? Нормально проходит, я знаю, что нормально. Сдохни, тварь. Блин, что-то прям так попёрло мне играть за эти... Да, как мы, да, и не... Сейчас, сука, все меня убьют. Если я сказал, что попёрло, знаешь, сейчас попрёт в обратную сторону. Ну, чё ж теперь, попрёт так попрёт. Пока все хорошо... Ох ты, как хорошо-то. Ой, как хорошо-то, обморожение-то замечательно. Для чего? На что оно влияет? Оно же на что-то влияет, правильно? Ну, на что-то, видать, влияет. Ну, да ладно. Хрен с ним. А ты, сука. Не мимик. Тоже. Тоже. Все хорошо. Отлично. Так, ладно, давай скрывать. Кольцо со львом. Не знаю для чего. Но для чего-то, наверное, есть. Так, а молот Смуга, да ладно. Небесный был. Молот Смуга, это же этот босс из первого Dark Souls. Так, что там было-то? Кольцо со львом. Оно, по-моему, кольцо со львом. Вчера только я находил во втором Dark Souls его. Усилить контратак колющим оружием, ну да. Только там не было указано именно про колющее оружие, там просто было сказано про обычное оружие. Просто что, усиливает контратаку, и все. Все так все. Только не говорите мне, что где-то босс будет. Босс этот Смоук. Он как бы парень-то не промах, но он падла здоровый и больно бьет. Так, а здесь этот собака это сидела. И чё? Зачем сюда пришел? Никаких тут нет, этих-то нет. Не, ну всяко же я не пришел сюда за тремя ящиками. Не может такого быть. По-любому. Где-то должна быть секретная стена. Или не должна. Да должна же, ну. Я сейчас все передолблю, но найду секретную стену по-любому. Не, походу дела нигде нет, представляешь? Брожень так быстро налетает. Нет секретных стен, представляешь? Нет, и все. Все уже обстукал, да? Да, ни хрена нет. Ну нет, так нет. А вот эта херня была похожа. Ну так иллюзия, прикинь, сказали, что иллюзия, а почему-то иллюзия не иллюзия совсем. В чем тогда прикол? Может быть тут?
Нет, здесь тоже херня какая-то. Может быть, тут? Нет. Ну, какой-то, знаешь, это тухленько получается, да? Такие забежали, что-то сделали там, и ни хрена нет больше. Ну и ладно. Ничего страшного. Не страшно это нам. Пойдем дальше в город, получается. Больше некуда. Ничего нет. Никто ничего нам не оставил, собаки такие. Никто ничего не оставил. Совершенно. Все-таки я сюда вернулся, как и хотел. Я... Что это? Шавки. Ну и чё? Ой, маги, 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 какие-то маги. Поехали, спокойно. Убей собаку, отлично. Ха-ха, ты чё развалился-то, дура? А это не так помер... Она просто валялась, я думаю, что-то это... Она, оказывается, такая... Кто в меня магией стрельнул? Кто посмел, сука? Кто посмел? Где? Откуда летит? Ага, вижу. О, нихрена себе. Это опять это невидимая тварь. Ну ничего. Была невидимая, станет видимая. Че, сучка, делаешь-то? Еще одна сверху где-то там. Спокойно. Это же обычные дротики летают. Это же даже не магия, это так. Херня херней. Ага. 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 И собака прилетела. Отлично. Две собаки, две собаки, две собаки, две собаки. Спокойно, не долби меня. Не надо, не убиваем, не убиваем. Спокойно, я говорю. Тихо, 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 тихо. Беги, 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 беги. Не-не-не-не-не-не. Тихо, 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 пацаны, спокойно. Ой, не-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 
Где собаки? Вот сучка, вот сучка. Иди сюда, тварь. Вот тебе сейчас, падла. Ну, конечно. Ох, опять что ли, ну? Тихо. Да ну перестань, слышь. Отходим. Тихо. Ох, плохо, 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 плохо. Все плохо. Нормально. Все, отлично, живы. Живы, это самое главное. Магия кончилась. Блин, вот они, короче, проблему доставить. Вообще беспредел. Обычные какие-то кидающиеся говном эти псы. О, отлично, сильный удар. Хорош. Сука, всю разрежу сейчас пополам, тебя падлу. Покромсаю, блять, на хот-дог. Это ты кинжал такой классный. Он быстрый такой, вообще отличный кинжал. Кто, падла, где сюда иди? Тебе сейчас, сука, постреляю. Где ты, тварь? Чё это? Чё я задел? Осторожный чар, да я заметил уже. Где? Опа. Я же слышал, рядом со мной как-то говно ходит. Собака. Так, вон вижу еще одну, хорошо. Так, их две. Где вторая? Блин, со всех сторон. Это плохо. Уже плохо, что со всех сторон-то. Раз, два, но их двое всего, да? Двое, это хрен с ним. Опа! Вот это поворотец. Спокойно отходим, 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 отходим. Тихо, 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 тихо. Ать! Эй, блядь, тихо, 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 тихо. Спокойно, собака, тихо. Не дури. Опа, неправильно. Ой, бляха, обычная собака и такую херню делает. Обычная собака, обычная. Обычная грёбаная собака, обычная. Так, ладно, давайте-ка я, наверное... А душ-то нету. Давайте сделаем мы следующим образом. Я всё-таки прокачаю этот клинок лучше титанитом.
и огненным, допустим, огненный кристалл в него вставлю. У меня же есть души-то какие-то, да? Так, ну есть одна, да? 3000, а больше нет, что ли? Бляха-муха. Ладно. Просто мне неудобно, серьезно, с этих с двух рук кидаться. Так, удобно, конечно, но... Бляха, постоянно его зачаровывать. Это нехорошо. Да? Ну-ка. Так, закалить оружие. Клинок. Огнем 61-61. Все везде по 61 получается. А почему 61-то? Всего 83, получается 122. 122, но зато быстрый урон. 122 и быстрый урон. Это что такое? Отравленный самоцвет. 74 плюс 1, 74 плюс 10, 51 плюс 4. Так, это немного прибавка идет от интеллекта. От интеллекта. Получается 120... Получается 102 плюс 5, 125. 127. Чё это я? 127, а так получается 122. 127, 122, да? Не, ну мы интеллект будем качать, что не будем? Сколько у меня интеллекта вообще? У меня, по-моему, нам больше не нужно особо-то. Но постоянно промазывать этот меч я что-то не особо хочу. Ладно, пока не будем что делать. Пока не будем. Так, 7 фляг с эстусом. 7 фляг с эстусом. 7 фляг с эстусом. Просто я реально, я не понимаю. Но, еще бы одну пламя пиромантии где-нибудь взять бы. Вот было бы хорошо. Я бы хотя бы попробовал, сравнил бы. Есть бы разница от того, каким пламенем ты зачаровываешь оружие? Чё-чё-чё-чё-чё? Ах, вот ты где. Я тут подумал. Ты знаешь, я всего лишь вор. Пожалуй, я пойду осмотрюсь. Все уже или мертвы, или опустошенные, так что пойду раздобуду сокровища или оружие для тебя. Ну, что скажешь? Пусть грабит. Ну иди, грабь. Спасибо. Ты не разочаруешься? Когда-то вор Серокрыс был хорошо известен. Пока не загремел в тюрьму. Натуре. Так, купить. Есть пламя пиромантии? Нет, признавайся, падла. Чё, нету, нету? Нет, так нет. Так, продать предмет. Нахрестай. Я просто, знаешь, что все хочу проверить? А вот у меня есть пламя пиромантии, прокачанное на плюс там сколько? На плюс 5, что ли? На плюс 5, по-моему, да? Я зачаровываю и... Ой, хорош вообще, отлично. Вот у меня плюс 6. Я закаливаю оружие этой красной, да, полосочкой, огнем. Пламенем плюс 6. Есть такая-то атака. Например, если я затащу это оружие пламенем пиромантии, но не прокачанным. Урон будет такой же у этого огненного вот этого вот прибавки или не такой же? Вот я, если честно, этого не понимаю. По идее и по логике вещей должна быть больше, правильно, у прокачанного. Потому что, ну, нахрена тогда еще прокачивать пламя пиромантии, если от него никакого толка нет. Как бы логично должно быть это. Но хрен его знает. Просто если это не зависит от прокачки пиромантии, именно в пламени самого, то я, пожалуй, возьму и в ту, и в ту руку по пламя пиромантии и буду разносить ее подряд. Хрен его знает, если честно. Так, побегите, дайте я пройду. Да ну нахрен ты меня задел-то, слышишь? Ух, вас тут сколько, ни хрена себе. Пошли-ка вы в жопу. Так, все, отлично. И котел как раз. Он прям специально здесь стоит для того, чтобы я пробежал, меня ударили. Я не тратил эстус на все это дело. Попробуем без прокачанного клинка. Его надо чем-то закалить и потом уже прокачивать. Но вот это постоянное... Рукоблуд... А, что, нету их? Огонь вообще, блин, а я испугался, опять буду с ним драться. А их уже нет, хорошо. Просто постоянно рукоблудие с этим вот закалением, блин, это не очень хорошо. С другой стороны, если пламя непрокачанное будет закаливать его столько же, то это уже хорошо. Да вот это уже действительно хорошо. Сейчас покидаемся мы с фермами в этих побледушек и всех их убьем. Так, собаки, отлично, сначала собаки, поехали.
Сначала собаки. Допустим. На-ка. Не попал в собак. Плохо. Плохо, что не попал в собаку. Спокойно, тихо. Эх, не успел. Какие быстрые эти псы, бляха. Ну и чё? Куда собрался, алё? На. А? Как оно тебе? Сдохни давай. А ты чё? На-ка! Ах ты, сволочь! Будешь, падла, знать. Плохо! Плохо. Ничего не скажу, плохо получилось сейчас. Мы с вами потратили какое-то количество хпшки. Кстати, вначале, если брать пироманта, ему дают кольцо. Блять. Усиливающее пиромантию, соответственно. Это значит, что мы с вами просрали кольцо. Но мы найдем, мне кажется, его. По-любому же найдем. А сумма двух колец вряд ли будет суммироваться. Да ты достала, слышь меня уже. Вот так. Так, ладненько, теперь ты, собака такая. Ага, собаки, тихо, собаки, спокойно. Бляха, как ты меня задел? Блять, бесите вы меня, бесите, суки! Обычные собаки. Ничем не примечательные собаки. Ну вот эти вот прозрачные бледухи, они просто прям бесят. Опять беги давай, конечно, через целую толпу этого говна всякого. Бляха-муха. И душу я свой просрал, да? Где я сразу меня убили-то? Да, душу я, по-моему, просрал. Ну и ладно, что ж теперь. Главное, что вот здесь мы сейчас быстро попробуем пробежать, и все будет нормально. Нам надо по-быстрому пробежать, прям по-любому. Эх, суки, задели. Не надо. Да хватит прыгать-то уже. Я уже не нажимаю, он все прыгает и прыгает. Все отлично. Пробегаем этот момент, мы прям замечаем. Что такое? Пробегаем этот момент прям быстро и свято. Прям. И никто нас не задевает. Это самый легкий момент в нашем с вами вот этом похождении. Сложный момент начинается. Что ты делаешь-то, ну? Случайно. Сложный момент начинается дальше. Когда появляются сраные быстрые собаки. Это на самом деле отвратительно, что они такие быстрые. Меня это прям напрягает, они реально быстрые. А чё, кстати, подожди-ка, у меня же был меч, который я так и не попробовал. Сказал, он классный, не попробовал. А для него надо еще два ловкости. Просто как бы кинжал кинжал, он мне понравился тем, что он хорошо светился. Но это еще не конечный вариант моих походов. Я бы назвал это так. На-ка, хватит. Да что-то не успеваешь, ты иди к твоему. Опять это говно стреляет в меня. Все, хватит. Завязывайте. Гребаные шавки. Вот это да. Вот это было неплохо сейчас, если честно. Прикинь, просто их сжег. Я просто взял их и сжег. Опа. Собак ты такая. Опа. Да выдели ты, ёпты в мать. Ага. Входим. Да стал ты меня стрелять, хватит. Тихо. Пи-пи-пи. Паскуда. Опачки. Ладно, иди сюда, тварь. Я, где мое здоровье-то, я не понял. Да, блядь, опять не ту флягу выпил. Да что ж ты делаешь-то, ну? Почему? И вот не заметил, а? Вот не заметил. Это плохо. У меня осталось на одну флягу меньше пепельного эстуса. И это отвратительно. Это очень и очень дико. Это просто прям беда.
Там он, кстати, я кое-что заметил. Это к этому надо вернуться делу. Мне кажется, меня сейчас убьют, но это не страшно. Надо взять. Пепел с экспер... А, пепел, отлично. Пепел это мы бабёхе отдадим, она нам что-то новое, короче, прокачает. Отошли на хвай сюда все. Ой. Ой, убивают, убивают, спокойно. Как бы беги давай, ну. Ладно, это не страшно. Какой-то пепел. Чё это? Ах, спиртное. Какое спиртное? Это не спиртное, это обычная тарелка. Чувак, это вообще какие-то, по-моему, даже не ночные горшки. Так, опять собаки. Но собак мы сейчас просто сжарим, я так понимаю, нашим охерительным заклинанием. Надо убрать с этого... Огненное, как ее, закаление это. Надо найти камень тьмы. А пока что ничего с этими делать. Я попробую тот меч еще. Мы сейчас с вами две ловкости прокачаем. Че я такой... А, это мышку... Блин, мышкой, кстати, прикольно управлять. Смотри, можно на мышку играть. А тут я на клавиатуру и мышку играю. Но, блин, непривычно так. Можно, но непривычно. Спокойно. Тихо, пацаны. Это не то. Все, 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 успокоились. Бля, сейчас дам всем тут. Че ты будешь их задевать-то, нет, сегодня? На, сука. Хорош. Тварь. Отличненько. Так, теперь опять не помереть. Я все время забываю. Я, блядь, второй раз забыл про тех двух собак. Они же возникают из ниоткуда. Опять ты, падла, за свое. Вот надо было стрелять именно в тот момент, когда я, бляха, убрал щит, да? Сучира. Уже слов таких просто нет, сучира. Сдохни, тварь. Ладненько. Их надо просто выпалить, и все будет нормально. Все, отлично. Уходим. Уходим, 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 уходим. Да ебты. Спокойно. Да идите нахер, сраные шапки, блядь. Беги, беги вниз, они вниз не бегают за тобой, спокойно. Вот они, короче, быстрые. Тихо. Сучья тварь. Сгори в аду. Иди сюда, паскуда. Спокойненько. Собрались. Все будет нормально. Все будет хорошо. Опять ты пропала, слышь? Что за дела? Ах ты, тварь какая. Да кинь-то в нее, ну. Сдохни. Будешь знать, скотина. Так, еще одна вон там, еще одна вон там. Но тут сидит собака, и это печально. Значит, уже летит. Да летит, твою мать, ты че? Так, ладно, две. Это что такое? Лифт, 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 это лифт? Это лифт! Хорош, куда? Так, первым делом лифт, ладно. Куда это? Ой, да ладно! В натуре, короче, это совершенно недалеко. Замечательно, лифт вернись. Это у нас, где мы находили... ну, короче, где там рядом с кем-то чуваком, который что-то там молился или что-то вроде того. Это, кстати, довольно далеко. Это хорошо. Так, значит, ты скотина. А ты меня не видишь, да? Вот эта скотина меня видит? Это видит. Может быть, пробежать сначала наверх? Не особо. Давайте так и сделаем. Спокойно. Так, это что такое-то? Кто рычит-то? Спокойно. Большой осколок титанита. Тихо, тихо, тихо. Я сделаю сначала вот так, а потом просто побежим. Я не буду их бить. Пошли они в жопу. Обе. Ага.
Если одна сюда пойдет, то я ее убью. Если не пойдет, то не пойдет. Что это было сейчас? Ты что меня пугаешь, алло? Пусть стреляют, мне не жалко. Тут кто-то рядом со мной хочет, что ли, я не понимаю, или что происходит? Впереди группа врагов, спасибо. Где еще? Вниз или будет атаковать из засады? Да? Ну, там что-то лежит. Давай возьмем. Большой осколок титанита. Так, это хорошо. А кто там будет меня из засады атаковать? Блях, сейчас поатакую из засады. Сейчас сами из засады вылезем и всех потыкаем этим клинком. Эс тут куда-то улетает, прям вообще беда. Тихо. Раз, два. Два. Просто два. Ага, хорошо. Сука, маг сначала. Они оба маг! Нихера себе поворот! Хорош. Сдохни, тварь. Ай, ладно, казаньная. Эх, не так, но... Ох, 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 ох. На-ка! На-ка! Отлично, отлично, живем, все хорошо. Спокойно, 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 спокойно. Спокойно. Не надо меня так... Я, блядь, не умирай! Мы сейчас пойдем другой дорогой. Мы же с вами открыли. Так, отправиться... А, давайте сначала я сделаю вот так вот. Допустим. А хотя, в принципе, не на что менять все равно. Ладно. А, давайте сделаем вот так вот. Церковь Ёршки. Мы там можем пробежать и выйти сразу к этой клеточке. Там подняться на лифте, пробежать этих двух... Я только не понимаю смысла, надо ли туда заходить вообще и для чего. Так, давайте сориентируемся, где это было. Это было примерно где-то, если мы спустимся... А, нам не надо спускаться, мы просто пробежим вперед, вон там вот это как раз будет лифт. Но, блин, здесь надо успевать, чтобы к нам эти не прицепились. Надо было лифт сначала опустить туда вниз, а потом идти. Блин, как же я так взял и промахнулся, что за херня? А, так мы вообще вниз едем. Значит, надо было лифт поднять сначала наверх. Давай так сделаем. На всякий пожарный, если что-то случится опять плохое с нами. Опа, собака, внезапно. Сколько их? Одна, хорошо. Да я уже здесь. Да хорош, слышь, собака. Одна собака, прикинь, чуть не вырубила. Так, вот это типа засада была, да? О, уже полетело, хорошо. Эй! Ты откуда тут взялась-то, тварь? Ну я ж попал в нее, ну. Бляха, вот они, короче, плохие враги, вообще плохие, прям отвратительные враги. Прям ублюдочные враги. Фу, какие плохие враги. Фу, гадость какая. Во, отлично, выходи. Да как так-то? Я же... Да кидай ты в нее, ну. О. Только не на меня, спасибо. Так, хорошо. Что делать с теми двумя? Просто мы уже туда никак не попадем. Если только через низ, но что-то неохота спрыгивать. Как-нибудь попытаемся сейчас, ладно. На, тварь. На, тварь. Есть одна. Нет. Тебе сегодня не судьба меня убить, поверь. Ой, или я ошибаюсь? Да не должен, наверное, да? Куда собралась-то, алё? Ох, ты, сука, какая. Спокойно. Ну-ка, вернись, тварь.
Есть, отлично. Души даже можно забрать свои. Хорошо. Так, тут одна сидит. Больше не сидит. Так, вон еще одна. Вон еще. Их нихера тут народу. А там у них внизу что-то есть, нет? Мне просто интересно. По-моему, там ни хрена нет у них. А это все лежачие, да? Да, вроде как. Это вообще сидячие, короче говоря, не лежачие. Ага. Ну ты чё, будешь её убивать, нет? Отходим. На-ка. Отлично. Красота! Вот это я понимаю, маг. Вот это отличный маг. Вот это маг так маг. Они по одной пиледусеньки. Ты, куда ты лезешь? Ты слышь? Тебе не положено так меня бить, алло. Не, клинок, конечно, классный. Клинок, конечно, быстрый, но... Пилюля, бляха, из-за пилюли заодно сюда шел. Давай обморожение, конечно, схватим еще допустим. Нет. Оп, а вот вам обморожение. Ха-ха-ха, схватили. Заказывали, получите. Вот вам обморожение хорошее, замечательное. Блин, вообще огонь. Пиромант мне нравится, прям не знаю, как сильно. Очень и очень хороший маг. Осталось прокачать еще две ловкости и попробовать все-таки взять тот побольше меч, который... Но, кроме ловкости, нам надо качать еще и силу. Точнее, не силу, а этот... Лошадь? Где? Ай, ты эти... Блин, ну я там был уже. Ох, ёб твою мать, здорово. Ох, нихера ты зацепила, слышь. Спокойно. Лови! Лови еще! Сука. Спокойно, отходим. Сейчас подохнем нахрен. Ох ты, сука. Весь щит мне нахрен вынесло. Спокойно. О-о-о-о! Как так-то, слышь? Ты чё охерела, шестого этажа ты меня... Паскуда. Какого хера вообще? Так, ладненько, без проблем. Вообще хорошо. Давайте как-то, я не знаю, попробуем. Вот так. Не, даже не так. У нас же этот есть... Во. Попробуем так. Просто что-то не хватает немного дамага. Чуть-чуть не хватает. Избивает он не так хорошо, как я хотел бы. Балансом. Поэтому мы попробуем прокачать еще две ловкости, взять тот тяжелый меч. Возможно, что-то получится. Спокойно. Опачки. Так, сейчас собака побежит, это печально. Ага, собака уже бежит. Тихо. Пойдем через верх, мне кажется, да? Охереть. Опа! Я сквозной пролетел и не заметил. А этих двух, наверное, трогать-то мы не будем. Просто пройдем спокойно, потихо, и все. Они вроде как не агрессивные. Блин, а их по-любому придется... Ты чё, бляха, собака, охерела, что ли, слышь? Уйди туда. Ебать. Как ты за мной прибежала? Как? Откуда она там взялась? Что случилось? Почему она... Как она знает, каких... Она, блядь, понюх... На, собака, да. По нюху, походу, пришла. И мы столько душ просрали. Столько, сука, душ просрали. А как обычно, впрочем, постоянно просираются души. Но не надо так об этом переживать, на самом деле. Потому что, ну, просрали и просрали. Доберем еще. Души здесь, на каждом шагу. Главное... Главное уметь их не просрать. Вот основной закон Dark Souls. Здесь не хватает душ. Здесь много душ просирается. Ёбаная собака. Какие же они противные, эти собаки. Какие же они противные, серьезно. Обычная собака, но настолько противная, просто тварь.
Иди сюда, сука. Ты-то откуда тут взялась еще и... Сука, гребаная собака. Так, ладно, там засада. Хрен с ней, значит, нам не пойдем. Блин, как же мне эта собака, прикинь, она просто взяла меня. Она оббежала весь этаж. Весь этаж просто оббежала, тварь. Ну и чё, нахрен мне тут нужный кусок говна этот никчемный. Я же надеюсь, они за мной не пойдут. Да не должны, наверное. Или пойдут? Не, не, они просто на месте стоят. Ну и хер с ним. Где эта скотина? Вот она. Ох, а вот те, босс. Смотри-ка, прикол-то какой. Отходим. Спокойно. Так, тут кто-то есть еще. Ага. А что у вас тут кроме босса есть, интересно? То есть как бы можно сейчас пробежать и вообще насрать на все это, просто зайти по-быстрому к боссу и посмотреть вообще, что это за босс. А потом выйти из-под тишка, убить этих двух паскуд, и все будет замечательно. Но это по-любому там какой-то босс, потому что у нас уже очень давно не было босса. Столько времени мы на этой локации третью серию, по-моему, бегаем. Да, третью серию мы тут и бегаем. Пора бы уже и закончить с ней в конце-то концов. Сейчас попробуем, сейчас попытаемся. Мне кажется, у нас с вами осталось еще время-то. У нас с вами еще минут 20. А за минут 20 босса просто святое дело надо ушатать. Спокойно. Тварь. Вот это я сейчас лихо удел, ты понял? Это мастерство уже, по-любому мастерство. Не стреляй в меня, скотина. Так, теперь главное обойти тех, не задеть тех. Ну, мы успеем, я думаю. Все будет нормалек. Все будет хорошо, все будет замечательно. Посмотрим, что хоть. А ты, падла, как ты там слышь? Я даже не представляю, что здесь может быть за босс. Всяк какой-нибудь ледяной, скорее всего, который будет льдом бить. Или обмораживать, или что-то. Ну, у нас такой уже был, по идее. Он назывался Ворд из Холодной долины. Посмотрим, из какой долины местный босс. Так, здорово. Ага. Бежим. Заходи. Понтифик Салливан. Иди отсюда нахер. Тут ребята разбираются. Иди сюда, понтифик. Салливан. Чё, один, что ли? А, ты огненный, сука. А ты два их. Чё такое происходит? Здорово, Салливан. Лови. О, неплохо. На-ка. Нормально. На-ка. Ух. 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 Хороший такой красавчик. Ух. Ух. Ясно, ясно. Эй, ты слышишь, давай помедленнее как-то уже общайся со мной. Слишком быстрый ты, пацан. Понтифик Салливан. И там. А да, я понимаю, понтифик. А не кучка каких-то бомжей, которые зовутся этими, как их, дьяконами глубин. Так, ладно, понтифик, хотя надо держаться подальше, и все будет нормально. Опа, плохо. Вот это нихера себе, я проскакал! Почти от всего увернулся! На, сука. Попал, тварь, попал. Так, главное тебе не застопориться где-то. И все будет нормально. Я тебя закидаю, сука, по-любому. Музыка-то какая торжественная. Ты посмотри, что происходит. Дай выйду. Спасибо. Нихера, понтифик. У тебя ничего не получится. Получится, понтифик. Подожди, не бей меня, понтифик. Успокойся. Давай теперь я. Нет, понтифик! Сучий ты потрох, понтифик. Да дай выпить, блядь, фляжку-то! Ты чё, лох-то какой? Не по-пацански вообще поступаешь, понял, нет? Во! Сука, все фляги на тебя просру сейчас. На. На. Блин, а чё, если я около него буду бегать?
как обычно. А, он со всех сторон, падла, атакует. Ясно, ты такой вообще козырный парень-то. Да? Ну-ка, на-ка. Ай, слышь! Ты чё, какой пёс-то? У них ещё вторая форма же начнется. Мы уже почти к ней подошли. А, вот она. Ебать. А ты еще летать давай начни, ага. А он в натуре начал летать. Что случилось, бляха-муха? Чё это? Чё происходит? Второй понтифик. Бляха, их в натуре два теперь. Они друг за другом все повторяют. На-ка, тварь. Ой, а второго-то можно убить. А кто из тебя настоящий-то? Ага. Ясно, понятно. Где я? Успокойтесь, пацаны. Я понимаю, вам весело, но сейчас не до этого. На-ка, тварь. Так, они синхронистки какие-то, по ходу дела. В Олимпиаде, наверное, участвовали. Ага, тихо, отходим. Спокойно, не кипишуем. Ага, все нормально. Да убей ты уже эту гниду-то, ну, отлично. Понтифик один ушел. Ты что делаешь-то, слышь? Ебать его. Спокойно, понтифик. Эй, хорошо все, все хорошо. Все нормально. Опять ты за свое, падла, да? Опять за свое, сука. Где я? Что со мной происходит? Ай, ебать его в рот. Ай, понтифик, охеренный какой понтифик, разноцветный, с двумя мечами. Тот херачит, этот херачит, все херачут, чё херачут, хер поймешь, что они херачут. Блин, с него даже и сзади нормально не подержишься, он такой жесткий парень, ты серьезно? Даже не жесткий, он очень жесткий. Очень-очень падла жесткий парень. А чё, надо бить, надо как-то его убивать. Ну, мы, в принципе, почти добили, главное не паниковать и... защиту от огня там какого-нибудь. Но он, в принципе, и физикой, и огнем бьет. Всем подряд падла бьет. Нам фаерболов-то хватит по-любому. Вопрос. И сюда. Шавка. Где шавка? Чё-то она не идёт. Херой просышь. Так, спокойно. Вот она. Езжай. Удачные поездки. Отправили шавку куда-то, восвояси. Бляха, серьезно, что ли? Вы должна была помереть, нет? Нет, смотри-ка, живая. Ну как так-то, алё? Ну ишь ты. Блин, ну понтифик классный. Прям такой. Бегает, прыгает, что-то туда-сюда летает. Вот она опять за свою. Смотри, в прошлый раз меня ударила, сейчас меня ударила. Так, мы, получается, закидать его сферами-то можем. Но это надо держаться от него подальше. И тогда все будет, в принципе, замечательно. Тогда нам ничего не грозит. Тогда все будет хорошо. Можно, конечно, бить его еще и мечом. Спокойно, я к понтифику. Пацаны, у меня встреча, у меня назначена. Вот и все. Так, Салливан, пойдем. Стоит такой, никому ничего не это. И загорелся. И пошло, понеслось. Ага. 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 Эх, ты ж падла. Ну не дури, да блядь. Поехали! Ах ты, сука. Да? Вот так вот с одного раза прям? Красавец! В этот раз все случилось гораздо быстрее. Блин, можно, в принципе, взять посох и расстрелять его теми заклинаниями. Нам, в принципе, ничего не мешает сейчас это сделать, потому что интеллект я особо не убавлял. Давайте тогда сделаем так.
Так будет просто быстрее, наверное. Оп. А, да и в принципе и все. Ну, можно еще, конечно, вот эту херню взять. Да? Ну и по идее можно еще щит себе. А так-то, в принципе, и все. Да, так, в принципе, и все. Так, а получается, что? Берем. Сильнее заклинание 122. 103, окейушки. Так, а здесь тогда надо взять все-таки меч, пусть будет. Не, ну что, теперь он выхватит у меня точно. Теперь-то он, падла, у меня точно выхватит, как ни крути. Нам же ничего не мешает. Мы, в принципе, пиромант. У нас прокачанный интеллект, прокачаны чудеса. Мы можем и паладином его отхерачить, если на то пошло. У нас, получается, три персонажа. С такими статами. Они, конечно, все, кроме пироманта, получаются не особо полноценными. Но меня это не тревожит ни в коем случае. Главное, что мы сейчас понтифику... По его понтифической харе надаем стрелой души большой. Да? Бей. Тебя вообще тут не ждали, пацаны, валим. Вот, и сейчас убьет, смотри. Нет, не убьет. Они вот эти раз за мной пошли, не пошли. Хрен его знает. Поехали. Таратита. Таратита-та. Так, ну и в принципе все. Пытаемся убивать понтифика магией. Чего бы нет-то. Здорово. Я к понтифику. К понтифику я, отстань меня нахуй. Ага, понтифик. У меня сейчас, наверное, звук немножко пропадет куда-нибудь, если мы будем очень долго его бить. Я думаю, у нас получится не особо долго. По крайней мере, постараемся его не особо долго бить. Да, понтифик? Ага. Ага. А вот я уже и потерялся. А вот я еще и живой. Кровать! Хорош, понтифик! Успокойся! Да, я уйду. Успокойся, давай уже заканчивай с этим делом. Все, понтифик, отстрелялся. Сучий пес, блядь. Как же ты далеко бьешь-то, слышь? Ну, вот сейчас ты уже не долетишь. Все, отлично. Поехали. На-ка. Ой, 99. Это прикольно, тихо. Ладненько. Да ты что делаешь-то, слышь? Мне на каких воротах от тебя уходить-то, падла? Как я от него уйду, если он на все мои вороты два раза бьет? А, мы этой херней его долго будем бить. Так а что все-таки, если его бить просто отсюда? Ну, подумаешь, он пробивает меня, ну и чё? Ну, пробивает и пробивает, и чё теперь? Держу атаку, ты чё бы нет? Нет, не держу. Спокойно. Теперь надо убегать. А вот теперь надо пить эстус. Отлично. Давай, понтифик, сука. Ебать, вот это у тебя серия, слышь? Серия у него вообще мощная, короче, длинная, падла. Моя выносливость ее не держит. Сука, переборщил. Зря. Зря сейчас умру. Умру, сейчас умру. Он как свои эти, он пешки эти... О, бля.
Он как свои черти, короче, научил своих. Так же они и дрались, так же и он меня бьет. В принципе, он, падла, быстрый. Быстро, его еще и два потом. Это вообще нехорошо и не весело. Короче, сколько можно? Я открыл еще, оказывается, один срез. Там, если после этих двух колотушек завалить перед боссом, там будет дорога, которая открывает как раз-таки вот эти ворота. Кроме того, я не знаю для чего, не знаю почему, не знаю какого хера вообще он там делает и что это такое, но там в боссе есть рычаг. Хрен его знает действительно, для чего он нужен. Но я думаю, надо попробовать его нажать. Если крутиться около этого босса, то ничего особого не происходит. Он не попадает, половину ударов, а которые попадают, они уходят в щит, и ничего страшного не происходит. Поэтому давайте пробовать. Вот, в принципе, и вся соль этого босса. Он просто пытается тебя бить, но ничего не получается. Его надо кружить, закруживать, и все. А еще можно от него свалить и попытаться не попасть, блять, под его ебаные атаки. Вот эти вот тупые, бесконечные, спамящие, сраные удары. Я не понимаю, откуда эта скотина столько выносливости. Для чего нужен рычаг, мы так и не узнали. А я думаю, сейчас мы все это прекрасно узнаем, потому что чичашешний срез стал намного короче. Не надо бегать через собак, не надо бегать через всю эту хероту, которая там находится. Мы просто попробуем нажать рычаг. Не знаю для чего, я пытался его нажать, но меня, сука, убил. Сбил меня с действия. Его сейчас надо просто, короче, куда-нибудь подальше отвести. Потому что дальше его отводишь, он, в принципе, к тебе не подходит, не успевает. Можно и подхилиться, и отхилиться, и все. Поэтому давайте-ка я уведу его, наверное, в тот угол. Рычаг я вообще чисто случайно заметил. Мне кажется, с той стороны тоже такой же есть, да? Нет? Спокойно. Понтифик, успокойся. Ага, пойдем сюда. Ага. 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 Собака. Так, нет, с этой стороны рычага нет. Хорошо, иди сюда, понтифик. Пойдем тут с тобой, поэтуемся, я от тебя убегу. Ага. 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 Да ёбаный час свет. Да успокойся ты, говно! Спокойно. А, устройство не поддается. Ну хорошо, ладно. Сейчас начну лечиться, он меня убьет, смотри. Нет. Блин, я думал, мне это как-то поможет. Ну ладно, хрен с ним. Охереть ты припечатал, слышь. Блять, его эти прыжки бестолковые. Вот смотри, сколько у него ударов. Ну вот что это за хуйня? 700! 700 ударов одним этим. Просто 700. Он бьет и бьет. Бьет и бьет. Бьет и бьет, падла. Бьет и бьет, сука. Вот бьет и бьет. Ну вот какой же он бьюн? Почему он такой бьюн? Объясните мне. Почему он так часто меня, падла, бьет? Вот серьезно, это же не прикольно. Так часто меня бить. Это нехорошо, это некрасиво. Это не по-пацански. Я думаю, надо, короче, звать фантома, потому что так долго сидеть на боссе, я вот что-то не хочу. Я сегодня четвертую серию подряд записываю, и мне уже просто прям... Не да... Ну, не знаю. Уйди отсюда. И ты иди сюда, собака. Там фантомов до хера и больше. Сейчас попробуем, посмотрим. Мне кажется, фантому тоже будет не очень-то просто с этим боссом. На, сука. Да, конечно, ага. Вот, я тебе говорю, они все за ним повторяют. Блять, они все одно и то же делают. У этих тоже 500 ударов бесконечных. Да убей ты ее, ёпты. Тут пока до босса дойдешь, половину этих жизней просрешь. Так, ладненько, поехали, посмотрим, что нам тут поможет фантом. Поможет ли он вообще нам как-нибудь. Фантомов тут до хера, как всегда, да? Так, ты кто у меня? Ты тяжелый рыцарь с каким-то обрубком. Окей, а еще какие есть? Только ты и есть, что ли? Издеваетесь? Где все фа... А, вот еще. Ты кто? Ты бляха-мак с луком.
Давай тебя. Дамон. Ну давай, Дамон. Нельзя фантом призвать. Да ты угораешь, ну. Сдохни, тварь. Вот это вообще дикая баба. Ее вообще просто нельзя убить, она своей косой машет, падла, машет и все подряд мне сносит. Выносливость сносит, жизнь сносит. Она, падла, все мне сносит, скотина такая. Сдохни давай. Вот. Теперь спокойно дай мне призвать мою фантома. Уж ух, появилась. Так, ты кто? Во, нормально, рыцарь со щитом. Азурос, поехали. Да ну хорош, издеваешься, что ли? Кого-нибудь тоже призови. Полдня фантом будешь призывать. Так, маг. Маг с рапирой кристальных чар, судя по всему. Которые мы с вами не взяли. Ну, блин, магам там сложно будет с ним драться, наверное. Давайте я лучше рыцаря какой-нибудь вытащу. Да. Да что вы все какие старые-то, ну. Вот, на, пад, нормально. Бляха-муха. Чернорук Готтард. Нет, чернорук мне не нужен. Мне нужен фантом-воин. Быстрый воин, который будет его отвлекать. Который будет его танковать. Эти какие-то все воры, разбойники. Паладин. Ну давай ты. Холи Блейд. Да хорош, ну уже кого-нибудь-то, ну. Кто-нибудь, ребятки. Вот этого, по ходу дела, можно. Раз так долго все творится. Давай призывайся и поехали уже, в конце концов. Пора завалить эту скотину. Блин, я этого не может, он слишком быстрый. У меня, я за ним не успеваю. Он не то, что быстрый, он слишком часто делает одно и то же. Он спамит просто своими заклинаниями, спамит пад. Он то и выходишь, нет? Вообще беда. Во, пошли. Да почему нельзя-то? Что все нельзя? Чего какие? Нахер оставлять записки, если никого призвать нельзя? Давайте уже кого-нибудь призовем, да пойдем. В конце концов, пацаны, сколько? Пора уже серию заканчивать. Ну. А он все не призывается, не призывается. Призвался, нет. И все фантомы пропали. Вот веселуха, да? Хорош уже. О! О, кстати. А я и забыл про это место. Здесь же можно что-то подобрать. Нельзя призвать фантома, так как время истекло. Ну ты-то. Да что же вы делаете-то, ну? Во, какой здоровый рыцарь. Пошли воевать. О, хорош, кто-то появился. Скрав зе пиро. Бляха, тоже пироман, что ли? Здорово, здорово, здорово. Как у тебя дела? Все нормально? Да, у меня тоже. Привет. Поехали туда. Давайте попробуем. Это тоже, походу... Чего? Ой, я двух призвал, нихрена себе. Трех? Двух. Здорово, пацаны. Вот это мы сейчас нормально захерачим. О, сейчас все будет. Он сейчас просто раскатается, как собака некрещенная. Вали его. Что-то он их убивает так резко, короче говоря. Я чувствую, нам будет сложно. Ну меня-то не убивай, не надо, не надо, не надо. Ну что ты делаешь-то? Отвлекайте его, пацаны. Блях, он меня чуть не завалил, прикинь. Он меня реально чуть не завалил. Вот это вот сложный. Он трех фантомов выкладывает. Точнее, двух игроков. Что случилось? О, отлично. Давно бы так, делов-то. Вот тут что-то парились. Вали его нахер. Понтифик херов. Говна кусок. О, спасибо, пацаны. Вообще спасибо вам, просто огромное. Как там помахать-то вам? О, опачки. А я парился. Нахрен-то надо было париться. Все, исчезайте. Я не буду дальше играть. Если вы об этом. Да-да-да, прощайте.
Прощай. Вот этих, короче, пацаны. А чё вы, исчезайте? Блин, вот он сложный, реально просто. Я не знаю, почему. Боссы бывают иногда очень-очень сильно сложные. Он просто высасывает нахер всю выносливость. Он бьет, сука, бьет. Только и делает, падла, что бьет. Он бьет всегда, он бьет везде, он бьет паскуда, вот так. 25-630, кстати говоря. Да ладно. Давайте, короче, я закончу на сегодня. Уже просто прям, ах. Ссылка на полосе будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующих сериях, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.